Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Фланговые атакующие защитники». Написана она в четверг, 28 февраля 2019 года. Итак, начинаю. Подписчик моего канала Денис, фамилию не разобрал, так как написано латинскими буквами, озвучил такую просьбу. Здравствуйте! Можете сделать видео про крайних защитников? Что делать при атаке? Имею в виду забегание и так далее. Вот такой вопрос я получил, такую просьбу. Пусть меня простит автор вопроса, но это вопрос ни о чем. Знаете почему? Потому что для ответа я должен знать, как и с кем взаимодействует фланговый защитник при атаке. Какие у него есть наработки в плане прорыва обороны по флангу и так далее. Я не могу решить уравнение, если у меня не два и не три, а целый вагон неизвестных. Но коль скоро Денис завел разговор об атакующих действиях флангового защитника, то отвечу ему следующим образом. Первое, о чем нельзя забывать защитнику, так это то, что он своей головой отвечает за обороноспособность своего фланга. Сколько бы атак не было с его участием, но если соперник прорвется по его флангу, что приведет к голу, то тренер, как ни в чем не бывало, слегка поморгав глазками, всю вину за проигрыш или за пропущенный гол возложит на кого возложит? Правильно, возложит на флангового защитника. Ваши отговорки, что, мол, я в это время был в атаке и никак не мог успеть вернуться в защиту, никого волновать не будет. Кто отвечает за тот фланг, прорыв соперника, по которому привел голу, кто отвечает? Ответ вы знаете. Отвечать будет фланговый защитник. Не тренер, который не сделал элементарного, не обеспечил взаимозаменяемость игроков в фазе атаки, в которой принял участие фланговый защитник. А именно фланговые защитники, только он. Формально тренер будет прав. С точки зрения совести, вся вина, разумеется, лежит на тренере. Это он должен был дать указание вингеру сместиться на фланг во время атаки команды по его флангу с привлечением флангового защитника. Говорят, что у флангового защитника должно быть два сердца, так как он должен не только пробежать все поле, атакуя, но и успеть молниеносно вернуться, еще раз пробежав все поле. Такие защитники должны быть двужильными, как говорят. На самом деле нагрузка на флангового защитника должна быть существенно меньше. Знаете почему? Даже если фланговый защитник является атакующим, то это не означает, что после срыва атаки он должен спринтерским бегом занять свою позицию в обороне. Это ошибка. Он должен при срыве атаки опуститься в зону амплуальной ответственности того игрока, который его страховал во время атаки. А таким страхующим должен быть вингер. Чаще всего это будет вингер. Так что опускаться защитнику необходимо будет не к углу своей штрафной, а к центральной линии поля. Поэтому обращаюсь к фланговым защитникам. Ребята, если тренер требует от вас подключения к атаке, требуйте подстраховки своей амплуальной зоны. Ни у одного другого амплуа нет такой нечеловеческой нагрузки, как у атакующих защитников. Спрашивается, почему кто-то смещается при любых сценариях игры на полполя, а атакующие защитники на целое поле? Это бред. Поэтому требуйте подстраховки. И если тренер ценит своих атакующих защитников, то их подключение к атаке должно быть не чаще, чем через раз. Сорвалась атака, атакующий защитник вернулся к центру поля, а потом постепенно поменялся местами с вингером, который его страховал. Следующая атака без него. И только через раз атакующий защитник может подключаться к атаке. Он ведь не лошадь. Он человек, у которого выносливость не безграничная. Это первое, что хотел сказать. Второе. Дорогие мои вингбеки, если вы уж и принимаете участие в атаке по флангу, то будьте добры включить все свои атакующие способности. Не забывайте об этом.
Вы прибегаете к углу штрафной соперника не только для того, чтобы сделать тупо слепой навес в толпу, находящуюся в штрафной соперника. Если вы атакующий защитник, то будьте добры, атакуйте, а не только поставляйте мяч в штрафную для того, чтобы кому-то из партнеров улыбнулась удача, и он пробил поворотом головой. Учитесь, ребята, обходить противостоящего защитника один в один. Учитесь после удачного обыгрыша или просто вбегания в штрафную соперника пробивать в дальний угол с помощью удара шведой, если вы правоногий и играете на правом фланге, или вы левоногий и играете на левом фланге. Что касается забегания или игры в стенку, или разрезающего паса, то вы, превратившись на время проведения атаки в нападающего, должны владеть всеми приемами, которыми владеют они. Это аксиома, иначе какой вы атакующий защитник, если не владеете искусством атаки? Кстати, вы заметили, что фланговых защитников я стал называть вингбеками. Знаете почему? Во-первых, потому что это их точное название. Винг – это крыло, а бек – это защитник, то есть крылатый защитник. Крылья, как известно, находятся по бокам, поэтому такое название четко идентифицирует флангового защитника. А теперь скажите, что легче произнести или написать – фланговый защитник или вингбэк? По-моему, здесь все очевидно. То, что фланговых защитников никто никак не называет, меня абсолютно не смущает. У меня своя голова на плечах и свое понимание футбола. И если кто-то где-то тупит, то это совсем не моя проблема. Считаю целесообразным оптимизировать те термины, которые озвучивать не очень комфортно и длинно. Лично для меня название флангового защитника или крайнего защитника в виде слова «вингбэк» намного комфортнее и удобнее. Не нужно долго сотрясать воздух и набирать много буквок на клаве. Я никому не навязываю своих терминов и не претендую на то, чтобы эти мои термины распространялись повсеместно. Это мои термины, и применять их буду я в своих материалах, независимо от того, нравятся они кому-то или нет. И последнее. Над чем нужно работать на индивидуальных тренировках вингбэком? Повторю в тысячный раз о том, что без индивидуальных тренировок вы никогда не станете полноценным футболистом. Первое. Это первый контратакующий пас. Второе. Диагонали, в том числе пассером. Третье. Работать над высокой скоростью бега. Четвертое. Работать над всеми видами подкатов. Три вида подкатов. Классический, потом ближней ногой, дальней ногой. Пятое. Высокая культура приема и передачи мяча. Шестое. Удары в первую очередь шведой. Седьмое. Умение противостоять индивидуальной обводке. Эти 7 пунктов должны быть в фокусе внимания любого вингбека. А теперь скажите, достаточно ли для вас официальных тренировок, чтобы владеть всем этим хотя бы на удовлетворительном уровне? Если будете честны сами перед собой, то поймете, что без индивидуальных тренировок вам ничего не светит. Без таких тренировок подавляющее большинство из вас могут только мечтать об игре в премьер-лигах Европы. Делайте выводы. Только пот, обильно орошающий газон или площадку, где вы тренируетесь индивидуально, может поднимать вас по лестнице, ведущей к вершинам футбольного мастерства. Выбор за вами. У меня все, господа.